Доброе утро, дамы и господа. Я счастлив выступить здесь, в зале Генерального собрания. Меня зовут Даниэля Моисей, я из Молдовы. Я закончила учебу по банковским делам. Мир – это не отсутствие войны. Мир – это достоинство, это добродетель, это дух доверия, справедливости. По мнению, не может быть мира без развития. Не может быть развития без мира, с другой стороны. Мы не можем устранить нищету или бедность, или обеспечить устойчивое развитие, не ликвидируя конфликты и отсутствие безопасности, ибо это существенные барьеры на пути к миру. Мир между государствами – цель многих НПО, мирных пацифистских организаций, равно как международные организации типа Организации Объединенных Наций, мир справедливости, благое управление – это основные стимулы процесса развития международного сообщества, должна принимать меры к обеспечению устойчивого мира, основанного на соблюдении уважения прав человека, справедливости, равенства и достоинства. Все эти факторы, все государства должны сократить риск конфликта, обеспечить безопасность, ликвидировать коррупцию, обеспечить равный доступ к правосудию и безопасности, должны способствовать привлечению всех социальных слоев населения к миру жизни. Необходимо стремиться к созданию мирного общества и действия эффективных институтов, которые должны подключаться к такому обществу, поскольку это ключевая цель любой программы развития. Я считаю, что дипломатия, международное сотрудничество – это инструменты мира. Это наиболее эффективный способ борьбы с расизмом, ксенофобией и нетерпимостью. Еще одна рекомендация касается воспитания в духе мира. Ее можно реализовать на основе внедрения дополнительной темы в школе, программной привития универсальной ценности для понимания, что такое справедливость, терпимость и демократия. Это фундаментальная роль школ в образовании в духе мира, требует также и гражданства в заключении. Надо подчеркнуть важность укрепления развития государственных институтов для развития и создания международной основы для процесса развития. Необходимо вспомнить о словах матери Тереса: «Мир начинается с улыбки. Улыбайтесь ради мира».